Более 10 миллионов жилых квадратных метров ведут в Казахстане до конца года. Вот об этом сегодня заявили в парламенте страны. Всего на жилищное строительство в этом году было выделено более 1,5 миллиарда долларов. Как считают эксперты, масштабное строительство позволяет сдерживать рост цен на городские квартиры. Данная программа является сдерживающим фактором по недопущению роста цен на жилье. В дальнейшем эта программа будет продолжаться. Ну а программа также позволит снизить износ коммунальных сетей. И в этом году из бюджета страны на их ремонт выделено больше 1 миллиарда долларов.